Телеканал КРТ представляє. Мы помним фильм «Хвост виляет собака», где они изобразили войну американского солдата, героя и так далее. То есть вот они действительно управляют сознанием и своих граждан, и граждан, находящихся за рубежом, используя огромный потенциал просто невероятной медиамашины, при помощи которой они могут внушить все, что угодно. Лукашенко оказался им неугоден, и причем, я думаю, что неугоден, вот он оказался в последние полгода особенно неугоден в связи с коронавирусом, потому что Белоруссия, ну, это бельмо в глазу, все боятся коронавируса, все объявляют карантины, все, а Лукашенко не объявляет карантины. А картина по заболеваемости у него лучше, например, чем в той же Украине, где у нас закрывали абсолютно все, и теперь у нас заболевает каждый день в 10 раз больше людей, чем в 20 раз больше, чем в Беларуси. Сейчас там уже меньше 60 человек ежесуточно, и причем выздоровели практически все, тяжелых мало, умерших мало. То есть и эта проблема, ну они же для чего-то раскручивали. Ну, одну копеечку буквально хочу вставить, я приношу извинения, простите. Лукашенко еще также посмел сказать следующее, что Мировой банк предлагал деньги для того, чтобы Белоруссия также включилась в эту эстафету по поддержке действия с коронавирусом. Истерии с коронавирусом, да. И это вообще, мне кажется, было что-то запредельное с его стороны. Ну понятно, все накручивают, а тут показывает, тут пример целой страны, которая говорит, да нет, этого не существует. То есть, по сути, это мыльный пузырь. Но при этом как бы многих оболванили, в том числе и в Беларуси, которые пишут, там, да вы не понимаете, у нас там миллионы трупов, где, правда, эти миллионы трупов, а главное, если, если вы так боитесь коронавируса, чего вы хотите на площадь? Там же вы точно заразитесь, там же точно кто-то присутствует. То есть вот это, мне кажется, то, что побудило, ведь Лукашенко не первый раз не демократически переизбирается, его каждый раз осуждают, каждый раз вводят какие-то санкции, но вот настолько жестко его не давили ранее. Почему? Потому что вот сейчас он явно пошел против мейнстрима, мирового мейнстрима. Причем, ну, мы можем вспомнить какие-то страны, в которых вот такой истерии нет. Можем. Но страна абсолютно закрытая, и информация из нее минимум. Это Северная Корея. Там тоже как бы вот информация по поводу коронавируса, что там с коронавирусом нету. Все. Больше все. Примеры закончились. Лукашенко негодяй. Ну и в принципе, это, кстати, по поводу Никарагуа было сказано, правда, там в свое время был человек близкий к американцам, Самоса, передавал, у власти был очень долго, больше 30 лет, потом передал власть по наследству своему сыну, все это, все хорошо. Но там было сказано так, Самоса, конечно же, Сутлин сын, но это наш Сутлин сын. А своему Сутлину сыну они простят все, что угодно. А вот если вдруг появится человек, который не блюдет интересы Америки, а занимается тем, что развивает свою собственную страну, развивает свой собственный народ, ну это ж как бы, это ж не по фэншуй, это точно не демократично. Понимаете, белорусы, у которых бесплатная медицина, настоящая бесплатная медицина, это очень не демократично. Белорусы, у которых бесплатное образование, вот сегодня тоже слушал этого Нексту, как он рассказывал про Сливич, или как он, какой-то, в общем, роман как-то, рассказывал Гордону, да, и он возмущался тем, что да, в Беларуси бесплатное высшее образование, но вы представляете, после того, как ты за счет государства получил образование, ты обязан, государство тебе обязывает 2 года отработать где-то там в глуши. Ужас. То есть, представляете, государство вложило деньги в этого человека, а дальше что нужно сделать? Ну, вот как наш. А дальше пускай едет, ехать в Америку. Пускай собирает клубнику где-нибудь там, где надо. Понимаете, вот рассказывают тоже, ну, там говорят, есть ли в Польше так плохо, почему туда едут там украинцы или белорусы? У меня встречный вопрос, если в Польше так хорошо, почему оттуда уезжают поляки?